«Будем жить». Под таким названием во Дворце культуры израильского города Нетания состоялся литературно-музыкальный вечер. Его посвятили одной из трагических дат в жизни человечества – началу Великой Отечественной войны. Жители Нетании, Хадеры, Хайфы, Беэр-Шевы почтили память героев войны минутой молчания. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. В июне, ровно 76 лет назад, началась война. Она унесла с собой миллионы людей, оставила после себя разрушенные до основания города и села, искалеченных мирных жителей. Израильтяне помнят о тех, кто отдал свою жизнь за светлое будущее. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Центр выходцев из Азербайджана «Азиз» при содействии городского отделения Министерства Алии и Абсорбции организовали концерт. Среди песен были те, что пели в госпиталях и на фронтах, а также современные на военную тему. Мама, я вернулся домой. Мама, я вернулся живой. Бог обещал нам простить все сполна, когда кончится война.